главных болельщиков этого чемпионата. Сегодня мы видим просто оригинальный вес, на который, наверное, не выйдет ни один из спортсменов. Интересно, это ошибка организаторов или это так задумано? Это специально. Это политика. Это все политика. Судейский коллектив. Будем надеяться, что они будут справедливыми судьями. Итак, мы будем лицезреть на помосте казанчина Роберта, нашего коллегу по тяжелоатлетическому цеху. Начинает он заявленный вес 160 кг. Итак, зрителям напоминаем, категория 105 на помосте казанчина Роберт, мастер спорта Украины, Харьков. Второй подход, 160 кг. Держи! Итак, на помост выходит мастер спорта Украины Пилипенко Василий. Да. Неудачная попытка. И что не так, а у меня? Это именитый спортсмен. Константин Рева. Первый подход 165 килограмм. Должен рвать до Пилипенко Василий, второй подход 165 килограмм. Вес взят. Казанчин Роберт, третий подход 166 килограмм. Это будет, если побить личный рекорд спортсмена, как соревновательный, так и тренировочный. Держи, 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 держи! Ну вот спортсмен настроился и выполнил. Ну что, коллега, что вы скажете про Роберта? Просто красавчик, но нет слова. Нету слова, согласен. Умничка, умничка. А вы что можете сказать? Вы рады? На области 75. На области 75? Да, через месяц. Через месяц 75? Через месяц. Нет, ну это вы, конечно, загнули. Но мы будем надеяться на это. Так, ну что, веса повышается. 66 тоже неожиданно слышно. Неожиданно, абсолютно неожиданно. Достаточно легко справиться. Не справляется спортсмен с этим весом. Справляется с этим весом. Не знаю, засчитают ли этот вес. Да, вес засчитали. Так, на ваших экранах вы видите тренера казанчина Роберта Кириенко Виталия. Он также является моим тренером. И параллельно он сегодня и вообще на этих соревнованиях главный судья. Доволен своим подопечным, видно, делится своим коллегой успехами и опытом. Да. Газа Владимир, участник Олимпийских игр, да. Вес штанги 170. Посмотрим, что сейчас получится у него.
тяжело, но вес взят. Спортсмен Василевский на помосте. Сейчас посмотрим. Вес 180. Достаточно легко справляется с этим. Крепыш, блядь, да? На 190 пойдет. Вес штанги 185. Спортсмен не раскрылся технически. Выполнил упражнение правильно. Соответственно, что? Вес был не поднят. На помосте прошел коллег. Он идет досрочно, выступает в категории 105+. Вес 190. Участник мира. На мире может быть? Да, по-моему, участник мира. Он Европу выиграл, его дисквалифицировали. Дисквалифицировали? Он занял первое место, потом попал под допинг. А, точно. И Чингис ему проиграл тогда, Магушков с России. И по итогу... Он тогда порвал 190 или 195 и топнул 235. Ну, будем надеяться, что сегодня мы увидим толчки 235. Хотя бы в категории 105+, потому что завтрашние дни, я думаю, мы не увидим этих весов. Так, Василевский на помосте. Ничего, если Слободы не будет выступать. Да-да-да. Василевский. Вес 190. Третий подход. Неудачная попытка, но была интересная стратегия. Шел 170, 180 и 190. Штанги 20 мера. Хороша, коллег. Третий подход. Хороша, коллег. Категория 105+. Досрочное выступление. Штанги 209. Держи, держи! Так, третий подход спортсмена. Предыдущий был неудачный. Ну что, толкнет для спортсмена с груди данный вес. Аналогично второму подходу. Так, Газа Богдан, 15-летний спортсмен. Вес штанги 176. Третий подход. Занчин Роберт, первый подход. Спортсмен показывает, что у него неполное выпрямление локтей. Возможно, судьи на это сделают поблажку. Они просто играют в локти. Так, вес снаряда 190. Первый подход.
Казанчин Роберт. Заключительный подход. 196 килограмм. Штанги 201 килограмм. Третья попытка объявили к Алексею. Техничное выполнение. Олег Прошак. Станислав, прокомментируйте ситуацию. Если сейчас Прошак Олег поднимает 239 килограмм, как говорит судья, уважаемый, то, возможно, сейчас будет побитие рекорда Украины в сумме. Ну, уже ж как бы есть рекорд Украины 209 в рывке. Какой он рекорд? Это рекорд Украины. Мне внизу сказали, что это рекорд Украины, который 10 лет назад... Молчал. Уважаемый судья молчал. Я не знаю почему. Но одним словом сейчас будет сумма. Сейчас все вспомнили только о сумме. Как-то рывки умолчали. Так, какие-то споры. Все переживают, все хотят увидеть большие килограммы. Их под замочек. Под замочек, значит, да? Это у нас сколько? 4 килограмма под замочек, 2 точнее. Ну что, все замерли в зале.